a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Всем привет! Третью неделю в нашей компании идет проект под названием «Театр IBS». Мы до сих пор не знаем на самом деле, что из этого получается. Мы пока только наслаждаемся процессом и наблюдением этого процесса со стороны. Наш главный преподаватель, основатель Google School Илья Ромашко. Илья, самое лучшее впечатление создается всегда о компании по людям, которые в ней работают. Расскажи два слова. Как тебе вот эти вот красивые люди вообще? Приходя сюда, я думал, что столкнусь в первую очередь с каким-то определенным менталитетом и мышлением, с определенным взглядом на мир, который свойственен в любом случае профессиональной деформации. Я приятно ошибся. Ребята живые, не зажаты, а расслаблены. Это правда. Ребят живые, готовы воспринимать и слушать, каждый со своим опытом и с незакрытым сознанием, а это очень важно. В целом вот такое впечатление. Елена Серебряник, Алексей Татаринов с нами сегодня. Леш, это то, что ты ожидал? Тут хотелось бы, наверное, отдельно упомянуть то, что занятия очень интересные. Когда преподаватель выкладывается на занятиях, всегда хочется на его примере соответствовать. Да, ты уже не можешь не выкладывать. Да, совершенно верно. Когда я записывалась на этот проект, когда я шла только на первый мастер-класс, я на самом деле сомневалась, буду ли я ходить, понравится мне это или нет, но после мастер-класса мне очень понравилось. И я буду даже, я, наверное, думаю, что я буду скучать, когда у нас закончится этот проект. Я вам желаю счастья. Спасибо. Успехов. И пусть Леша, этот проект, Лена и Илья, оправдает все ваши ожидания, какими бы они ни были. О, да. О, да. Ну а теперь идем на занятия. Знаете, там при интервью я сказал, что у меня приятное впечатление от этих людей, что они открытые, включенные. А, не совсем. Им мне всегда надо повторять по 5 раз. Так все хорошо. Звук, кабаре на лице.